Тенис-корт Ролан-Гаррос был построен лишь в 1994 году. Первоначально арена вместимостью 10 068 болельщиков обозначалась как корт А, но ненадолго. Сюзан Линглен, в честь которой в итоге и был назван этот корт, восьмикратная победительница больших шлемов в одиночном разряде и двукратная олимпийская чемпионка. Она доминировала в женском теннисе примерно 100 лет назад. Может быть, арена Сюзан Линглен не выглядит самой современной, хотя сиденья в этом году заменили на элегантные деревянные. Правда, некоторые топовые игроки, такие как Мария Шарапова и Рафаэль Надаль, не очень любят, когда их ставят на арену Сюзан Линглен. Трибуны здесь не самые высокие, так что порой от порывов ветра не укрыться. Плюс расстояние между задней линией и фоном не такое большое, как на арене Филиппа Шатерье. А для Рафы, который любит отходить как можно дальше, это имеет большое значение. Наконец, у восточного входа в тоннель стадиона находится бронзовый барельеф Линглен. Не в обиду будет сказано итальянскому мастеру Вито Танджани, который сделал эту красоту, но каждый раз, смотря на бронзовый Линглен, я вспоминаю Фрекенбок, гоняющуюся за Карлсоном.